Так что процесс идет. Сейчас готовятся уже материалы и полностью вся разработка на следующий смарт-контракт, о котором он говорил вот тогда на встрече. А, то есть еще будет, да, какой-то проект же, да, я так понял? Да. Все это сейчас в работе, но пока не объявляется, пока не будет сделано. Вот как только будет уже что-то сделано, подходить к завершению, это процесс, будет все это обнародовано. То есть процесс идет, никто ничего не остановился. Так, ну запись пошла. Ребят, если есть какие-то вопросы, вот Ольга ответит вам, и Лена тоже, пожалуйста, по смарт-контракту, по проекту Fairchain, по верификации, может быть, есть какие-то вопросы, задавайте. Можете даже просто выйти в, ну, прямой эфир, не писать, а так открыть и через микрофон задать вопрос. Ну, что-то у нас как-то, ребята. А если можно тогда, если что, то поднять руку, чтобы не было у нас все вместе. Поднимайте руку, и будем открывать микрофон и отвечать на вопросы. Ну, еще раз, вот запись пошла. Оль, скажи, да, потому что потом записи будут ребята смотреть, что там произошло после нашей встречи. Верификация прошла, да, получили. Да, после нашей последней встречи верификация завершилась, так как обещали. Был изъят код доступа у собственника. Команда, которая создавала этот смарт-контракт, тоже не имеет доступа. Это все можно проверить по коду на Etherscan. То есть выполнены полностью все обещанные условия. Сейчас к контракту не имеет доступа абсолютно никто. Все функции работают нормально. В сертификате подтверждено, что нет багов, нет бэкдоров, и, скажем так, наши средства находятся в полной безопасности. Если вдруг у кого-то есть желание провести свой собственный аудит, то есть вот вы видите на экране код открытый, пожалуйста, может любой человек, любая компания сделать это, провести свой собственный аудит. Так что, в принципе, вот все уже в открытом доступе, как и обещано. То есть все, бояться нечего уже, все. Да, я хотела добавить, вот вы видите, здесь в коде прописано, да, в самом коде разработчики, да, это smartcontract.ru, вот есть сайт smartcontract.ru, вот он. Да, видите, smartcontract.ru. Здесь полностью можно прочитать о разработчиках. Они работают с 2013 года. У них отличная репутация. То есть вот с кем они работали, посмотрите, какие Сколково и так далее, какие здесь партнеры и клиенты. Да, то есть здесь очень серьезные ребята делали непосредственно сам смарт-контракт. И у нас вот есть от них, вот, это Belov IT Lab, да, то есть это разработчики, вот мы видим, smartcontract.ru. Делали аудит, вот здесь написано, это Naumov Lab, да, то есть тоже у них есть вот сайт smartcontract.ru, это тоже очень серьезные ребята, то есть тоже можно посмотреть, кто их клиенты, это Сбербанк, это Мосэнергосбыт и так далее, то есть все на очень высоком действительно уровне, и это все, опять же, можно ознакомиться в самом смарт-контракте в коде. Так что вот с точки зрения верификации, с точки зрения безопасности самого смарт-контракта и наших денег на смарт-контракте, здесь вот сделано сейчас все на высшем уровне. Так что пока никаких вопросов не возникает. Вот, если есть вопросы по работе, по каким-то техническим моментам, давайте, ребята, задавайте, чтобы было всем все понятно, и чтобы работать было спокойно, нормально и приятно. Вот Будем пишет, как разбираться со всем. думаете, сколько жить будет проект? Денис задает вопрос. Ну, сколько жить проект будет? Давайте так. Техническая база у нас хорошая. Безопасность у нас хорошая. Любой проект,
он существует до тех пор, пока в нем есть люди и пока люди работают. Даже вот взять тот же Сбербанк государственный, российский, он будет тоже работать до тех пор, пока будут в него нести деньги люди. То есть все работают абсолютно по одному принципу. Любая, допустим, товарная компания, пока есть люди, она работает. То есть тут уже сроки работы зависят только от нас. Но база у нас очень хорошая, потому что вот даже по нашему лидерскому чату англоязычному мы видим, что у нас уже почти 2500 лидеров. Это только лидерский чат. То есть лидеры со всего мира взялись, так сказать, раскручивать этот проект. Поэтому сколько мы вместе все будем его раскручивать, сколько мы будем крутить педали этого велосипеда, столько он будет работать. Потому что основа у нас есть хорошая, нормальная. Так что тут только зависит все от нас. Угу. Ну и да, это я согласен с вами. Сбербанк тоже существует столько же, пока вот в нем есть люди. Я полностью согласен. Любой банк существует тогда, когда есть люди, и он работает. Как только там людей нет, он да, но дело в том, перестает. Вот, скажем так, вот любой смарт-контракт, если мы возьмем, это он работает нормально, потому что люди заинтересованы, люди работают. На чем всегда спотыкались вот смарт-контракты, особенно те, в которых, вот, скажем так, недобросовестные админы? На том, что админы забирают кассу и уходят. Здесь этот вариант, он полностью исключен, поскольку сейчас уже доступа к кассе нет ни у кого. Бэкдоров нету, багов нету. Поэтому забрать кассу и уйти не может никто. А все остальное уже зависит только от нас. Угу. Я так понимаю, Оля, чем больше будет раскручиваться вот этот маховик, больше народу будет входить, тем прочнее он будет становиться, вот так скажу, да? То есть фундамент будет прочнее и прочнее. Да, да, ты прав, Денис, это основной момент. Дело в том, что маркетинг здесь просчитан таким образом, чтобы не было ни у кого, ни у лидеров, ни у админов, ни у разработчиков вымыть кассу за счет реферальных. Поскольку есть ограничения, вот эти 310% на вывод, в том числе вместе с реферальными. Поэтому вымывание кассы здесь невозможно. А вот все остальные моменты, опять-таки, повторюсь, зависят от нас. То есть вот приток новых партнеров, наши повторные депозиты, новые депозиты вышестоящих партнеров, это все только от нас зависит. И как долго мы будем их делать, как долго мы будем, помогать структуре расти, нашей и вообще в общем фонда, до тех пор мы будем работать. Дело в том, что здесь как раз опять-таки в связи вот с этими 310% на любой депозит, в том числе включая рефералку, это стимулирует лидеров делать повторные депозиты. То есть мы зависим вот сейчас не только от притока новых партнеров, но и вот от этих повторных депозитов. Повторные депозиты делают все лидеры, потому что, чтобы выбрать свои реферальные, это необходимо делать. То есть это вот в самой системе, в самой вот системе этого маркетинга заложен этот момент. Это тоже большой плюс для стабилизации системы. И, скажем так, будет даже момент такой, что, допустим, там где-то порядка 100 тысяч человек зайдет в систему, и уже система будет настолько стабильна, что мы уже будем не на 100% зависеть от притока новых партнеров. Только частично, потому что за счет повторных депозитов существующих партнеров мы тоже уже будем иметь вот такую вот стабильность. Поэтому тут развитие
Опять-таки повторюсь, все зависит только от нас. Ну, давненько такого не было проекта. Вот, ну, я смотрю, сколько в интернете выходит новых проектов, и давно вот такого действительно, который вот, вот мне нравился, и который вот действительно вот этот проект достойный, вообще достойный для рассмотрения, достойный для входа, и то есть... Ну, это как биткоин, он тоже, его тоже много говорили, что это мыльный пузырь, что он сдуется, но чем больше лет проходит, тем он прочнее становится, уже его невозможно уже потопить. Также этот смарт-контракт, если на начальном этапе, я понимаю, что самолет, когда взлетает, ему нужно включить двигатели на полную катушку. То же самое и здесь происходит. Сейчас как можно больше будет, если вы говорите, что 2500 лидеров, у них свои будут структуры, соответственно, он может размотаться очень, ну, на высокие обороты и потом долго-долго существовать. Очень долго. Сложно сказать, сколько лет, но не на один год, может. Ну, в принципе, создан он с таким расчетом, чтобы работать долго. А уже насколько долго, это будет год, 2 года, 10 лет, это уже вот опять-таки зависит только от нас. То есть база у нас есть для долгосрочного.